Ремонт дороги по Халактырскому шоссе в Петропавловске должны завершить к концу сентября. Это самый длинный участок трассы, который обновляют в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность составляет чуть больше 4 километров. Там уложат около 40 тысяч квадратов нового покрытия, приведут в порядок колодцы и плиты люков, бортовые камни. Добавим, объект соединяется с обновленным 2 года назад участком на пограничной. Кроме того, к трассе примыкает участок по Восточному шоссе. Таким образом, в нормативное состояние приведены дороги, ведущие к отдаленным микрорайонам краевой столицы.